Бойся, строитель, кирпич упадет, и небо обрушится до горизонта. Боится рыбак, что проломится лед, на дне оказаться возможен спросонок. Себя невозможно никак сохранить, предусмотреть катаклизмы, злодейства. Хотелось бы к цели дорогу спрямить, такие мечтания крадутся из детства. Так шатки, увы, ненадежные колеса, и крылья опору теряли не раз. Планы, программы стоят под вопросом, на все, коль взглянуть, без прикрас. Рушатся скалы, срываясь в провалы, не вечные религии, строя идеи. Есть голос иной, нас кристаллом позвал, врагом обнаженный, но нас он оденет. Надежнее пристанище трудно найти, настолько, чтоб верным был и безобманным. Единственный он во вселенной, один. Опасности нет с ним, в забвение канут. Случайного нет ничего на земле, у Бога записано все изначально. Как страшно! Не реки лишь стали мелеть, церковная власть до нельзя измельчала. Всесильный, всезнающий наш Вседержитель, как видим, любя допускает несчастье. Без всякой причины в свидетелях мститель и рвет показаниями сердца на счастье. Молитва, интимная связь с Божеством, фундамент опору заводит под нас, скрепляет события строгим постом, испытано нами все это не раз. С постели восстав, ограждаюсь крестом, одел сатаны, и его отрекаюсь. Мне дьявол готовил с утра холокост, но вдаль убегает Иуда и Каин. 24 марта 2005 года.